Итак, мы говорим сейчас о Вишае, предмете Бхагавадгиты. Предметом Бхагавадгиты является Кришна, Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина. Но каждая шастра раскрывает Кришну, Абсолютную Истину, по-разному, разные ее аспекты и разные делаются акценты. То есть, если целью шастры является ознакомить нас с расами, то Кришна с расой – это отношения, блаженства, личностных отношений с Кришной, как таких как супружеские отношения, дружеские отношения слуги и господина и так далее, которые присутствуют в духовном мире в полном своем проявлении. То есть это раса, как живое существо наслаждается вечным блаженством в духовном мире в отношениях с Кришной в одной из рас. Это совершенство, к которому мы стремимся. И если, и есть шастра, в которой предметом является раса. Это нектар преданности или бхактира самрита синху. Там предметом, предметом тоже является Кришна, но Кришна Акхилла Самрита Мурти, воплощение всех рас, как тот, с кем возможны все эти расы. Но на стадии изучения Бхагавадгиты расы – это вопрос пока не своевременный. Мы сначала должны получить знание, которое утвер... поможет нам утвердиться в понимании того, что Кришна является абсолютной истиной, верховной личностью Бога, источником всех энергий, источником всех эманаций. Ахам сарвасе прабаво матах Поэтому Бхагавадгита Гита изучает Кришну вот таким образом, то есть Кришну, который непостижим, безграничен которая обладает э, безграничными энергиями, и мы отдельно изучаем и энергии, и, и изучаем Кришну, изучая его энергии, изучаем все это в комплексе. Да, то есть так может, э, так Кришна представлен в Гити. А, то есть предметом Багодгите является Кришна, а, что мы, но не пока еще не Акила Мурти, олицетворение всех, всех видов трансцендентного блаженства во всех расах. А Кришна как абсолютная истина, источник всего, как Верховный Господь, который является основой всего, сути всего, причины всего, который является всем в сущности. то есть вот это мы должны поставить как цель в изучении Бхагавадгиты. И баллада Ведебушина начинает э, введение э, именно с Вишаи, с предмета Бхагавадгиты. И он, обозна... он описывает Вишаю, предмет своей... Бхагавадгиты и своих комментариев, как Сатья Ананта Чинтя. Сатья вечно, он вечно существует. Он никогда не появлялся, никогда не исчезнет. Сатья, он существует вечно. Ананта, он безграничен. А Ананта быть безграничным означает обладать различными энергиями. То есть он, в противном случае, трансцендентная форма Кришны может казаться ограниченной, как любые другие формы. Но поскольку она очинтя, непостижима, это другое уже определение то, он, то на самом деле она не ограничена. Кришна может присутствовать всюду одновременно, при этом оставаясь на Галоке в Риндауне. Благодаря тому, что он обладает непостижимыми энергиями, а он ананта, он ничем не ограничен. И он вечно существует во множестве своих проявлений, своих форм, своих энергий. Джива, живое существо, мы с вами являемся его энергией также. Амши, об этом будет сказано в Бхагавадгите. Вот таким образом, вот, вот, вот таким образом Кришна, в Бхагавадгите является ее предметом. То есть мы пока сосредотачиваемся на вот этом знании, без которого невозможны никакие расы, никакое трансцендентное блаженство, ничего невозможно. Сатя Ананта Ачинтя, Шакте Капакше. Пусть мой, он, говорит, пусть мой ум всегда останется, остается сосредоточенным вечно на Шри Говинде, который является вечно совершенным, абсолютно реальным сатья, вечным, абсолютно реальным, безграничным и непостижимым, обладающим непостижимыми безграничными энергиями, и которые контролируют все, является Ишварой, контролирующим всего. То есть нет ничего, что находится в контроля Верховной Личности Бога Кришны. И изучая Бхагавадгиту, мы утвердимся в этом.